Леонид Ильич Брежнев нам говорил, экономика должна быть экономной. Сейчас самое время экономить. Потому что, в общем-то, сейчас гораздо лучше и спокойнее работать не с ОАО, а с ИП, допустим. Если некоторые даже МП почему-то не рассчитываются с ИП и с ООО, это очень плохо. В будущем мы назовем, конечно, этих должников. Но сегодня поговорим о том, как мы можем реально экономить. И что необходимо сделать, когда флагман тонет. Можно сделать, как советовал господин Ди Каприо, то есть постараться в воронку не попасть. Тот, кто понял, что дела не очень хороши у нас, уже давно ушел с этих позиций тонущего. Теперь мы поговорим, как реально сэкономить, когда на улице гололед. Можно перво-наперво не разбить свой автомобиль. Это для тех, кто не самым грамотным образом подходит к вопросу собственной безопасности. Но сегодня мы не о резине поговорим. Сегодня поговорим о вещах более красивых, о колесных дисках. Вместе с сетью «Автоград». То, что «Автоград» предлагает вам лучшую цену, вполне обосновано. Потому как самые лучшие производители автомобильной резины, они сейчас локализовали производство в России. И, соответственно, резина подешевле стала. А мы знаем, что «Вианор» – это фирменный шинный центр по продаже автомобильной резины от Nokia. Теперь к вопросу, опять же, экономии. Сколько стоит шиномонтаж? В отдельных, очень продвинутых шинных центрах шиномонтаж вместе с установкой колес, вместе с поднятием вашего автомобиля, вместе с балансировкой стоит 3500 рублей. Подходим сюда, смотрим, что мы видим. Замечательные диски Zomar, не менее хорошие, оригинальные на Mitsubishi и скат. Цена вопрос такого диска — те самые 3000 рублей. Теперь говорим о том, что переобуваться вы будете 2 раза в год, итого это уже 6-7 тысяч рублей. Все, 2 года вы сэкономили и компенсировали, по крайней мере, только на шиномонтаже. И, конечно, есть автомобили, которые просто обязаны иметь 2 комплекта зимней резины, причем на дисках. Это Audi, это BMW, это Mercedes. Конечно же, это Sungyang. Элитные автомобили. И на них, конечно, надо поставить оригинальные диски. Но есть в «Автограде» и оригинальные диски, выполненные в ценовой категории, доступных дисков. Допустим, посмотрите. Диск оригинальный на 16 на Audi. Цена вопроса — 4,5 тысячи рублей. При цене вопроса на автомобиль Audi эти 4,5 тысячи рублей вы просто не увидите. Порадуемся за наших соседей по СНГ, наших западных соседей. Так вот, восточно-украинский Кременчугский автомобильный завод делает не только КРАЗы, которые мы успешно раздолбили во время грузинской кампании, но и выпускает замечательные штампованные диски. Очень недорогие, поэтому комплект стоит, допустим, 14 900 рублей. Это еще со скидкой. Скидка 1500. Что касается других дисков, то есть и различная ценовая категория, и, разумеется, цветовая палитра. И если вы, допустим, поставите тоже недорогой 4000 диск от Advanti, то ваша машина такая, с виду вроде спокойная, приобретет черты настоящего рейсера. Где-то раз в полгода мы устраиваем себе такой замечательный вояж по всей сети «Автоград». Были мы сейчас на советской 160 Вианоре, сейчас приехали на Марджане 9. И скажу я вам то, что мы увидели в Вианоре. Я не увидел там кризиса. Большое количество покупателей. Все очень активно двигается и продается. Теперь посмотрим, что делается здесь, на Марджане 9. Действительно, торговля идет бойко и ходко. Почему? Потому что действительно удобно. Купил комплект шинодиск, не сидишь на шиномонтажке, просто упаковал, приехал в гараж, домкратиком машинку, килограммов 5 скинул, и все нормально. Почему так бойко и ходко идет торговля? Во-первых, кредиты никто не отменял, товарные. Есть кредиты от Русфинансбанка, от Оптбанка и от Мечелбанка. С кредитами сейчас проблем нету. Возникают проблемы с теми людьми, которые не умеют правильно брать кредиты. Теперь немножко поучу, как это сделать. Приехали в «Автоград», оформили товарный кредит, допустим, в Русфинансе. Потому что я с этим банком работаю, он меня никогда не швырял, я тем уже третий кредит оформил. Через 3 месяца вы можете уже оформить автокредит.
То есть сначала купили резину, потом купили автомобиль. Где автомобиль купили? Здесь же, в Автограде. И здесь, в Автограде, всегда есть приятные скидки и подарки. И вот, допустим, на автомобиле SsangYong сейчас есть скидки до 100 тысяч рублей. То есть приезжайте, посмотрите, вам что-нибудь предложат. И вот вы счастливый обладатель. Кризисное время некризисного автомобиля. И, конечно, не надо забывать, что скоро наступит Новый год. Куча подарков и... Да, куча подарков. Подарки можно сделать полезные, можно бесполезные подарки сделать. Я бы порекомендовал сделать все-таки полезные подарки, как тот, допустим, комплект дисков. Сколько стоит, опять же, учитывая суперцену, можно в комплект дисков уложиться хороших дисков легкославных в пределах 12 тысяч рублей. Есть, конечно, другие, хромированные, на всех пирогах. И тогда подарок будет не только вам, но и вашему автомобилю. Это, конечно, чуть-чуть подороже, но это того стоит. И, конечно же, есть люди, которых не коснулся кризис. И вот для них есть действительно фирменные вещи. Это для того человека, который купил, допустим, Lamborghini Colorado на полном приводе. Ему, конечно, необходим будет комплект зимней резины и диски от Атера. Что за моей спиной? За моей спиной отсутствие кризиса. В сети Автоград. Потому что даже здесь, на Правде 59, казалось бы, вместе забытым, здесь вот эта очередь людей, жаждущих, страждущих переобуться. Вполне резонно заметив, что на улице гололед, мы еще и заметим, что цены в Автограде, в общем, никогда не кусались, и всегда можно было найти вариант. Теперь, как не выглядит глупо в условиях кризиса, тем более, что, ну, рано или поздно с вами рассчитаются, вот. А на штампованных дисках ездить, ну, на приличной иномарке как-то не с руки. Поэтому все-таки, я считаю, лучше купить замечательные литые диски. Так, 33 удовольствия и все в одном флаконе. Низкие цены, наличие кредита, готовый шинокомплект, великолепный выбор. Что еще надо? Что еще надо? Ну, ваше желание нужно. А мы еще подумали, а что насчет еще одной точки, которая располагается на северном переходе? Вот туда мы сейчас отправимся. И вот мы приехали сюда, еще одно подразделение Автограда. И опять же, если помните, в прошлый раз в программе «Стиль жизни» мы вам показывали обилие автомобилей, ну, из ценовой категории не самых дешевых и из сегмента премиум. Их здесь нет. То есть люди спокойно могут покупать автомобили от 1,5 миллиона до 3,5. То есть вопрос кризиса тоже открытый. На автомобиле такой ценовой категории, конечно же, комплект шины, диски, по-моему, должен быть идти или в подарок, или у человека не должно быть вопросов при покупке такового. Но что здесь есть? И почему? И почему здесь кипит работа? Аж 4 домкрата на улице. Что же мы можем сейчас найти на свой автомобиль, что касается дисков? Что касается дисков, есть большой выбор на любой автомобиль. Можно подобрать как свой родной размер, так размер на выше или ниже, кто как хочет. Выбора довольно много, то есть представленные диски, то есть на любой вкус. Человек купил себе BMW на достаточно дорогой 18-й резине. Можно ли ему поставить диск на 16-ю резину от BMW? От BMW, ну, если это возможно, если тормозные диски на 16, то и возможно поставить на 16. Если невозможно, то только на 18. То есть это чистая экономия, да, если вы грамотно покупаете автомобиль? Да, если грамотно купили автомобиль, можно грамотно приобрести диски и шины в шиноцентрах Автоград. Кто-то может сказать, что у людей вот возникли проблемы с кредитованием. В Автограде кредитуют? В Автограде кредитуют по многим банкам. Работаем практически со всеми банками города. В данный момент в связи с кризисом мы проблем не ощущаем. Как кредитовали людей, так и кредиты проходят спокойно. То есть нет никаких проблем.